Добрый день, меня зовут Евгения, и с вами новый выпуск InCamp TV. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с 5 сменами в Москве и Московской области на зимний период. Оставайтесь со мной. Позвольте представить вашему вниманию языковой лагерь YoCamp. Мультиязычный лагерь YoCamp расположен в 50 километрах от Москвы, неподалеку от Звенигорода, в живописном сосновом лесу на берегу Москвы-реки. Дети проживают в двухместных номерах с удобствами. На территории лагеря имеется бассейн, большой каток, горнолыжный спуск и даже трасса для катания на плюшках. Лагерь принимает детей от 8 до 16 лет. Зимняя программа сочетает в себе занятия английским, испанским и французским языками, наряду с творческими мероприятиями и подвижными играми на свежем воздухе. Смена проходит со 2 по 8 января. Ее стоимость составляет 28 405 рублей с учетом дороги. Второй лагерь в нашем списке – это лагерь M-Camp. Он также располагается в Одинцовском районе. Благодатная природа, чистый воздух, наполненный ароматами соснового бора, создают благоприятную атмосферу для детского отдыха, а также для занятий спортом и творчеством. Дети размещаются в комфортабельных номерах по 3-4 человека. Лагерь принимает детей от 7 до 17 лет. Потрясающие каникулы с M-Camp – это полное погружение в английский язык и актерское мастерство. Смена проходит со 2 по 8 января. Ее стоимость составляет 32 300 рублей без учета дороги. Третий в нашем списке – лагерь «Проект Грани». Лагерь принимает детей от 3 до 17 лет. Лагерь расположен на базе парк-отеля «Белые аллеи», Москва, поселок Вороново. Дети размещаются в трехместных номерах с удобствами. Питание трехразовое, по системе «Шведский стол». Проект «Грани» прекрасно подходит как для совсем маленьких детей, впервые отправляющихся в самостоятельное путешествие без родителей, так и для ребят повзрослее. Занятия с маленькими детьми проходят в игровой форме и организованы так, чтобы дети не уставали. А у подростков есть уникальная возможность по-новому взглянуть на себя самого, открыть свои сильные стороны и откровенно поговорить о том, что их волнует. Смена проходит с 4 по 9 января. Ее стоимость составляет 25 175 рублей с учетом дороги. Следующий лагерь в нашем списке – лагерь «Федерация», располагающийся на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Патриот». Дети проживают в комнатах по 4 человека. Питание пятиразовое. Лагерь принимает детей от 8 до 17 лет. Основная идея спортивного лагеря «Федерация» – смотивировать детей поступать по чести. Воспитание характера ребят, веры в себя, проявление силы воли, сплоченности и своих возможностей. Смена проходит со 2 по 7 января. Ее стоимость составляет 24 278 рублей с учетом дороги. Завершает нашу сегодняшнюю подборку детский лагерь «Максатиха Кэмп», который располагается в Тверской области, в поселке Максатиха. Участники проживают в уютных номерах, расположенных в комфортабельных корпусах лагеря по 3-4 человека. Питание пятиразовое. Лагерь принимает детей от 6 до 17 лет. В детском лагере «Максатиха Кэмп» детей не просто учат снимать кино, а помогают им выразить свои идеи на экране, быть понятыми и услышанными. Основная цель авторской программы – это развитие личности, раскрытие и развитие талантов и способностей каждого ребенка. Смена проходит с 1 по 9 января. Ее стоимость составляет 35 150 рублей с учетом дороги. Всего доброго и до новых встреч на канале InCamp TV!